Тем временем в польском городе Катовице завершилось первенство Европы по вольной борьбе среди юниоров. Россияне завоевали 5 наград различного достоинства – 2 золотые медали, 2 серебряные и 1 бронзовую. Свой весомый вклад в успех национальной команды внесли представители дагестанских школ. Чемпионами Европы в своих весовых категориях стали Имам Аджиев и Абдулвагап Шахбанов. Серебряная медаль на счету Зайнулы Курбанова. В Махачкалинском аэропорту героев европейского первенства встретили родственники, друзья и одноклубники. Провел 3 схватки. Первая схватка была с белорусом, вторая с польским борцом и третья схватка финальная с молдаванином. Финальная. В финале, конечно, было тяжело. Соперник был крепкий такой. Провел 4 схватки. Первую с румыном и вторую с армяном, третью с турками, в финале с грузином. Боролся. С кем пришлось сложнее всего и почему? С грузином в финале было тяжело.